жизнь, как это было, мы, конечно, не видели, но даже немного фантазии предполагали, что могло это быть примерно так. Вот и еще один красивый человек из шипу наших артистов, музы и баяна. Дельфины, как и люди, весьма ироничны. У них есть свое чувство юмора, и порой они передразнивают своих тренеров, повторяя за ними разные их поступки. Кроме того, они очень любят быть в центре внимания. Встречайте звезду подиума дельфина Полину Баяна. Спасибо ей большое за то, что ты не правда, как мне не только с Федором, но и своих друзей.